Медики санатория «Горняк» освоили новые методы лечения – лазеротерапию и подводное вытяжение позвоночника. Это позволит на месте решить многие проблемы со здоровьем, а в некоторых случаях даже избежать операций. Обо всем подробнее расскажет моя коллега Наталья Николаева. Подлечить и поправить спину теперь можно и в Мирном. Медики «Горняка» взяли на вооружение новые методы. Одна из новинок – аппарат «Армед Акварилакс». В специальной ванне прибор буквально вытягивает позвоночник пациента под водой. Все отлично. Спокойно себя чувствую. Приятно, тепло. Да, вода теплая, хорошая. Что в ногах, что в руках, что в голове ощущается? Приятная расслабленность. Чувствуется, что натяжение идет, но не сильное. В теплой воде расслабляются мышцы, растягиваются околопозвоночной ткани и связки. Улучшается кровоснабжение, исчезает боль. Врачи утверждают, несколько процедур и об операции по удалению межпозвонковых грыж можно забыть. Довольно-таки приятная, не очень тяжелая процедура, но долговременная. А еще в «Горняке» пациентов закатывают в бочку, кедровую. Это еще одна новинка санатория. Помогает от усталости и хандры. Процедура приятная. В бочку подается пар, насыщенный эфирными маслами. При этом поры кожи расширяются, выводятся шлаки и токсины. Улучшается циркуляция крови. Под воздействием горячего пара происходит улучшение и кровеносного тока, и микроциркуляция лимфатической системы. Поэтому как бы улучшаются обменные процессы, и как бы все это способствует омоложению и обновлению организма. Лазеротерапия отныне доступна и мирненцам. Медики профилактория используют лазер для реабилитации после травм и ожогов. Также световым потоком лечат рубцы и суставы. Лазеротерапия помогает и при онкологических заболеваниях на ранних стадиях. Особенно полезна эта процедура людям преклонного возраста. Есть стимулирующий эффект и тормозящий эффект. Да? Стимулирующий – это когда у человека астенический синдром, например, да? Обострение хронических заболеваний. Вот тогда можно вот постимулировать зоны, биоактивные зоны, и чтобы организм сам справился с этим заболеванием. Есть тормозящий, когда вот болевой синдром надо снимать, да, тогда вот надо длительно воздействовать и глубоко. Новое оборудование уже сказалось на посещаемости санатория. Если раньше летний сезон в учреждении считали мертвым, то сегодня путевки раскупаются вмиг. Медики ажиотажу только рады. И чтобы его подогреть, обещают открыть кабинет мануальной терапии в августе. Так что добро пожаловать за здоровьем. Наталья Николаева, Александр Шушуков, Роман Ларин, телерадиокомпания «Алмазный край».